Ребята, вы на канале Denplay, и сегодня мы продолжаем играть в игру Brawl Stars, где просто будем играть, просто будет геймплей. И я, скорее всего, уже буду заканчивать с этим, именно не с игрой, а именно буду всякие новые всякие, может там, не знаю, придумывать в игре этой. Потому что, ну, играть это же тоже скучно уже. Ну, я думаю, вы понимаете, да. Ну, давайте теперь пойдем в захват кристаллов. Давайте возьмем, наверное, возьмем, как всегда. Ой, дайте погромче сделать так. Ну, давайте возьмем, давайте розу и погнали. Заберем этот токен, потом пойдем в одиночное, там, на Динамайке или Барли. Ну, попробуем. Попробуем, если получится, то еще будем играть. Ну и, конечно же, ребята, поставьте лайкосик, потому что это все равно нелегко комментировать, записывать. Ну, я думаю, ради уважения стоит поставить лайк, и я буду вас радовать новыми видеороликами. А сейчас тут напряженка идет, конечно, такая. Рико, дай мне, пожалуйста, этого кристальчик. Погнали, разрушим этого пацана. Опа. А где он, я не понимаю. Он где-то там засел, и он... Рико, аккуратно, блин. И там еще ульта у него есть. Блин, аккуратно, Рико, уходи. Рикошет. Хорош. Ну, хорошо хотя бы, да. Хотя бы не умерли. Блин, теперь надо спасать. Аккуратно. Хорош, забирай, забирай. Я ему дам все эти. Блин, залагало что-то. Да блин, что так залагало жестко. Аккуратно. Аккуратно, блин. Зачем ты идешь, блин, Рико? Ну, нафига так рисковать? Давайте, я забираю, все. Все. Все, блин, погнали. А ну что так лагает? Уходим просто, уходим. Он сейчас будет ультовать. Расходимся в разные стороны, пацаны, расходимся. Хорошо, ультанул. Ай-яй-яй, позор. Ну, я играю на основе, так что я не знаю, что это такой позорняк. Почему он ультанул, я не понимаю. Он мог Рико догнать, ультануть. И убить бы нас всех. Но такой вот пацан. Так, ладно. Кто тут есть у нас? Никого нет. Ну, в общем-то, из моих друзей нету никого. А я в клане вообще у ютубера Funny Games TV. Вот так вот. Так что, ну, тут, конечно, много уже игроков. В общем-то, вот так вот, да. Погнали теперь в одиночное. Так, что и как она называется? Потасовка в Рокуолле. В Рокуолле. И я вообще говорил что-то. Потасовка в Рокуолле или что? В Рокуолле. Потасовка в Рокуолле. Ребят, ну, конечно, не, ну... Не, вот это вот мне нравится, вот эта вот карта... Вообще, я вот это вот обожаю эту карту. Сейчас найду ее в захват кристалла. Сейчас, сейчас. Ну просто, вот, вот она. Вжух, вжух. Ну нельзя разве назвать какие-то там, ну каким-то названием нормальным. Ну вжух, вжух, ну что это такое? Ну, скоростной обгон, ну в принципе, ну да, 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 да. Давайте так. Перестрелка, да, тоже прикольное название. Спарринг, тоже хорошее название. Защитники хранилища, так. Ну, потасовка в Рокуолле, я не знаю. Я такое не знаю. И вжух-вжух это особенно. Просто крутая карта. Не было чего, фантазии не было, как будто. Так, ладно, я уже много болтаю. Я знаю, скучно, да. Погнали Барли. Я уже на нем играю, не знаю. Сколько я его не могу поднять? Просто на 300 кубков. Но я хочу это сделать уже наконец-то. Потому что, ну, это мой один из самых первых персов, и я не могу его поднять. У меня все первые перси мои подняты на 500, кроме Барли. И кроме Рикошета, конечно же. У меня он слитый, блин, еще. Рикошета я вообще ненавижу. Кольта, ну, Кольт у меня тоже слитый. Но у Кольта хотя бы этот... Блин, там крыса! Вот, не, я не пойду, до свидания. У него, может быть, уже ульта, и он просто выскочит. Хорошо, что я его спалил. А, он ждет. Ну, а, вон выскочило, какое говно такое. Не, ну у него, может быть, ульта. Если я не знаю, конечно, но, возможно, бы у него была бы ульта. И он бы меня легко убил бы. Надо было Динамайка взять. Я Динамайком себя комфортнее чувствую. Вон, кстати,
Этот рикошет. Вон он там. Что ты хочешь, блин? Еще кидайся чем-то, блин. Зачем ты это делаешь? Так, ну чё ты боишься? Ну иди ты сюда. Надо затимиться с динамайками, и тогда вам всем хана. Все. Так буду искать динамайка, в общем-то. Шелли есть. Ну еще, кстати, бойцов много, значит, меня еще могут убить. Кстати, а тут, возможно, этот Дэрил, нет? Да, тут кто Дэрил? Блин, тут еще и... Ух ты, вот это мне повезло. А тут кто есть? Ладно, рискну, пойду. Тут кто-то точно есть. Нет никого. Ну, давай в центр запустим. Ладно, я посижу пока не здесь. Хотя можно на рикошета нападать. Вот так, погнали его. Блин, а меня сейчас пойдет Шелли или нет? Не, все, можно Шелли убивать уже. Просто минус Шелли сейчас будет. Давайте. Ну давай, выходи уже. Чё ты так боишься, я не понимаю. Во, минус Шелли. Ух ты, тут еще какая-то крыса. А, нет, аккуратно со мной. Ты лучше поаккуратнее со мной так. А ты так рискуешь. Своим же личным здоровьечком. Блин! Почти, ну ладно, второе место. Хотя бы и так. Плюс 6 кубасиков. Нормально, погнали, какой на каком-то, на моем таком персе, которым я редко играю. Давайте возьмем, давайте. Блин, я не могу тару. Я не понимаю, как на ней играть. У меня она не прокачана, это раз. Хотя подожди. Да, блин, я хочу ее прокачать, но у меня нету ничего. Хотя три легии, это вообще жестко. Вот смотрите, три легендарки, это вообще жесткач. Но я не буду донатить, я не хочу, я не из таких. Ну хотя я когда-то донатил, но все-таки там какой-то пак вроде бы, где 170 гемов было, и то я их слил, там гемы до 100, и теперь 50. Я, в общем-то... Вдруг какой-то новый перс там выпадет, вдруг не выбью там. Вдруг какая-то там бомбезная акция будет, то вообще-то тогда потрачу гемы, но я их не буду тратить. Потому что, ну, это... Ну, не хочется, понимаете? Погнали, нападем на этого. Бррр, ты чё, блин? Блин, автоатака, ты меня подводишь. Автоатака просто меня подвела, как не знаю кого. Ну, я сам виноват, что я на автоатаке стрелял. Не, ну тара вообще прокачанная, вообще отлично. Блин, сейчас вот... Чё ты идёшь сюда, блин, я не понимаю. Уйди ты. Блин, меня сейчас убьёт, если еще один раз. Блин, вот это подстава, блин. Ну ты, конечно, молодец. Блин, ну не понимаю как. Ну в броуболе я тоже не могу на таре играть, не понимаю. Я же так хотел тару, лучше, больше всех хотел из мификов. Ну не могу на ней играть, вот не могу, понимаете? Как специально вот это... Надо ее прокачать хотя бы... О, Тара, готим. Ты что, не будешь тимиться? На тебя не похоже. Тары все тимятся. Шучу, конечно. Так. Ну все, я забрал одну банку. Теперь погнали вот тут вот побьем. Вот зачем ты сюда идешь? Зачем? Это я динамайку говорю. А Тара, ладно, иди сюда. Ну ладно, я не буду с тобой тимиться. Не хочешь, так не надо. Хотел, может, тебе дать банку. А, ладно, окей, еще заберу. Хотя это может быть подстава. Подстава очень сильная может быть. Ну ладно, заберу. Ну все, 4 банки, это должна быть уже победа. Ну хотя бы там второе, третье место. Динамайк. Ай. Надо ремодельку тары делать, а то на ней вообще никто не играет. Ой, я извиняюсь себя, да. Фух, так. Так, ну погнали, убьем этого динарыка. Так, погнали. О, тут у нас есть, кстати, грибы. О, тара. Ну, а теперь ты затимиться решила? Ну, давай. Ну, я ее крысить, конечно, не очень хочу. Так, мы же с тобой в тиме, мы в тиме с тобой. Ты тимишься с ней или нет? Ого, ее закрысим. Сорян, тара. Но потому что... А надо было раньше тимиться. Ха-ха-ха. Не, ну я вообще не крысю так. Но тимиться я тоже не очень люблю. А зачем она тимится? Она не заслужила, например, на второе-третье место. Если бы она заслуживала бы, то я бы затимился и на ней крысил бы ее. Она ничего не сделала. Она просто ходила себе, ходила.
Ну, в принципе, так само, как я за Барли сыграл. Она так сыграла, только я второе место занял. Ни за что, на халяву, в принципе. Ну, хотя я там Шелли чуть-чуть покоцал и помог этому рикошету. Погнали ульту за юзом. Блин, ну, конечно, за юза топово. Я думал вдвоем их соединить, рикошета и Тару. О, Тара минус. Отлично. Блин, давай ультуй, ультуй. Девочка, розочка. Надо розочку убить. Давай я розочку пойду убью. Блинович, Малинович. Уау, жестко. Второе место. Ну, мы вернули кубки. И плюс 2 кубка за итоги 2 боя с Тарой. Давайте на 11-й ее попробуем все-таки. Давайте на Таре просто будем играть. Все-таки я вроде бы не помню, когда играл на Таре. А зачем ты сюда идешь? Это не твое. Это не твое, ты не заслужила. Уходи отсюда. Ты, уходи. Она сейчас вернется, я вам отвечаю. Блин, Малина, нет, уйдите от меня, пожалуйста, я вас прошу, не трогайте. Я хочу жить. Хотя она сейчас вот тут идет где-то. Она уже не вернется, мне кажется. Хотя она такое дурное, что может сейчас вернуться и... Ну, короче, банки никому не достались. Вот поровно прям. Блин, меня сейчас убьют Нита, если захочет. Надо в грибах полечиться. Ну, я тебе не дам те банки забрать. Все поровно. Ни тебе, ни мне. Не, ну я нормально поступил. Блин, тут Нита, все, мне хана. Вот я дурак. Зачем я пошел туда? Круто. Минус 4 обратно. Нет, нет, я не хочу на Таре. Броуболи буду сегодня поднимать, если броубол выйдет. А то, блин, осада не выходила, блин. Надеюсь, броубол будет выходить. А то, блин... Вон, давайте пойдем. Хотя, давайте его качнем. Че мы... Хотя, Карла или... Не, давайте лучше этого пацана качнем и пойдем на него играть. Извиняюсь, да. Так, ну давайте, погнали, пацаны, давайте. Пацаны, давайте, давайте. Леончика выносим. Ладно, шучу, уходим, потому что... Хотя... А ну ушел, не возвращайся. И сейчас такой Винвизил уже меня убивает, крысит. Не, ну у него еще и ульты нету. Он если бы набил бы, то он, возможно, бы... Сейчас такой выбегает из этих кустов вот отсюда. И такой... Ку-ку. Блин, банки, конечно, долго бить этим бойцом. Так, прочекаем. Вот Леончик, кстати... А, с одной банкой где-то украл банку уже. Ух ты, тут Шелли у нас есть. Хотя на Шелли неплохая идея пойти. Хотя, не, лучше на кольте пойдем. А я не помню, там была ульта у этого? Нет, нету. У Леона. У Леонида. Блин. Короче, погнали на кольта. А вот сейчас его по-реальному затимимся. Без крысятничества. Ну окей, ты не хочешь, так не хочешь. Сейчас ты умрешь. Хотя у тебя ульта, я боюсь тоже. Блин, на автоатаке случайно. Да ты задолбал. Ты не попадаешь, а я тебе попадаю. О, топово заюзал прям ульту. Класс. Мне такие чуваки нравятся. Нравляться. Нравится. Нравляться. Ну все, пацан. Как мне тебя жалко. А сейчас тимиться начнет. А ну иди сюда, я сказал. Тебе! Аккуратно ты меня не бей. А то я сейчас таких лещей пропишу. Блин, что грибы пропали? Я хочу похилиться, они мне не хилят. Давай. Давай, на тебе. Давай, ультуй, хорош, просто топовая. Ну ты топовая, конечно, я просто ору с тебя. Окей, подняли. И мы, кстати, можем его скоро на 500. Ой, на 500, блин, на 300. Ну, на 15 этот, в общем-то. Нормально у нас тут.
Давайте еще одну катку и будем заканчивать. В принципе, сделали за этот ролик много работы, да, нормально все. Так, погнали. Розочка. Хотя, блин, я хотел кольта взять, но что-то не получилось у меня. Окей, Бул. Только на меня не иди, пожалуйста. Вот и бык, конечно. Так, вот, на тебе, держи. О, отлично. Блин, я дурак. Ай-яй-яй. Ну, это не надо было идти. Не, я так не позволю, чтобы так катку закончить. Я слил этого, блин, Джина нафиг. Ну ладно, не, я подниму его. На два кубка слил. Я не хочу сливать перса, у меня уже и так много слитых. Особенно Эль Прима. Так слитый, что это капец. Просто можно молчать. А сколько я вообще сношу просто хп вот так? Да, по 1200, да? О, давайте убьем ее. Она ушла ты отсюда. Сейчас вернется. Вот такое говно возвращается. Вот всегда. Зачем ты возвращаешься? Это все не твое преимущество. Ты его проиграла, можно. Еще один пришел. И еще один. Ну все, надо валить. Не, я куда? Что я делаю? Так, давайте украдем просто банку и все, и валим. Опа, еще одна пришла. Розочка и кольт пришел. А тут кто-то есть? Нет. Нет, значит, тут никого. Значит, давайте вот эту банку уберем. Убираем банку эту, вот, отлично. Так, две банки есть, у Розы 6 банок, ничего себе. Надо аккуратно сыграть максимально, а вот и эта крыса. Ну, не крыса, а просто тот, кого я хотел еще вначале убить. Они что, затимились? Вот тиммейты, ненавижу, блин, их. Или они не затимились? А, не, они в тиме, скорее всего. А ты тут сидишь, да? Ой, тиммейты. Да иди ты сюда. А, убили! Наконец-то эту крысу убили, которая вначале еще. Иди сюда. Блин, я в ловушке. Пожалуйста, не трожь меня. О, офигеть, он меня не тронул. Вот это везение. Ну все, мне крышка. Да что вы на меня не нападаете? Я не понимаю. Готим. Офигеть, как я тупо тащу. Офигеть. Ну, только ж меня не трогайте, пожалуйста. Хотя я вас убью, ладно. Офигеть. Вот это да. А вот сделаем так. Блин! Не получилось-то нафиг вас! Иди сюда. Ладно. Я думала уйти в яд, ее притянуть и сам убежать. Но эти видео, которые я видел в Ютубе, они сработали. Так, ладно. Ну все, ребята, давайте на этом закончим. Обязательно поставьте лайкосики, подпишитесь на канал, если вам понравилось. С вами, как всегда, был Денплей. Всем удачи и всем пока, ребята.